Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопияно Самаяктам Бриндаванам Манохарам Ванчакалпатару Васакипасинду Бевача Патитананг Пабунебха Вайшнавебхьо Намо Намаха Муканкароти Вачаланг Пангунланг Хетгирим Яткипатаманг Банде Парамананда Мадхавам Бриндави Тулсидеббхай Пиявай Кесвасача Сна бхакти паде деви саттваттвай намо намаха Нараяна намаскритта наранчайва нараттамам Девин сарасватин вясам татво жайо мудира Шанкиртане кришна катху падеш Гаурия патрашо пракасане ча Садануракта гуру бхакти юкто Бхакти Прамодакша Джагод Варуна Дхайям Сада Парибхавагнам Абиштадохам Титас Падам Сива Виранчанутам Сараньям Бхитатихам Панутапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпада Паллаванака Чандамани Чатая Биспуриджита Камапикаводушвадарши, Пурунану Рагара Сасагара Сарамурти, Сарадикамай Кадхакипамкаруси, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджануламбита бхужоу канука бодато Санкиртаной капитаро камала ятакшо Вишамбару дижабару жугадхарма пало Банде ягат приякару каруна бхутару Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе, Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам, Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам. Муктин ча муктин ча дада синитам Бхаван рупе на сада наранам Ганга таранга рамания джата калапам Гаури нирантара вибушихи табам бхагам Нараяно прияманага мада пухарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджуша Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаши Ясясте Хидай Самбихит Твам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе, Харе.
Tava kathamritam tapta jivanam kaviviritam kalmasapaham. Simadatatam bhuvivinantite bhuridajana tava kathamritam tapta jivanam kaviviritam kalmasapaham. Gauriya Goshtipati, Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru told that in the transcendental world, Gauriya Goshtipati, Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что в трансцендентном мире на Голоку Вриндаване только единственный герой – это трансцендентный Камадев, а Пракрита Камадев. Бхагаван Говинда Шрима Сундар, он единственный наслаждающийся, единственный герой там. А в материальном мире так много всяких разных людей. И поэтому здесь, в этом материальном мире, это такие отношения, все отношения, они осквернены в той или иной степени. А в трансцендентном мире Пракрита Джагати есть единственный наслаждающийся, это Кришна, Бхагаван Шри Кришна, Шрима Сундара. Он главное действующее лицо там. И все, что мы можем видеть, все, что мы можем представить или не можем представить, все это объекты для удовлетворения Шри Кришны. Кришна, Он Верховный Наслаждающийся. И в то же самое время мы можем видеть абсолютную вайрагью, которая находится с Бхагаваном, внутри Бхагавана, Верховного Господа. Это одно из Его качеств, поэтому Он Верховный Наслаждающийся, и ничто не может повлиять на Него. И перед тем, как понять Расататву, мы должны освободиться от этой материальной расы. И до тех пор, пока мы будем стремиться к обретению вкуса этой материальной расы в этом материальном мире, до тех пор нет. У нас не будет никакой возможности осознать Пракрита расу, трансцендентную расу, только после того, как мы освободимся от влечения к этим материальным расам, к материальному. Только тогда мы можем осознать что-то о трансцендентном. И даже те, кто совершает баджан любому представителю Вишну-таттвы, все равно я раньше говорил, то, что те, кто совершает баджан какой-либо Вишну-таттве, вначале они должны превзойти этот материальный мир. Они должны превзойти этот материальный мир. И после этого вопрос трансцендентного баджана, Вишну-таттва баджана, и Вишудха Баджана может прийти. И вот Баджан трансцендентному Камадеву, если мы хотим поклоняться ему, если мы хотим служить ему, то тогда в начале всего мы должны делать это под руководством Враджаваси. И без следования Враджаваси никто не может войти на путь Вриндавана. Без анугатти, без следования Враджаваси никто не может войти внутрь Вриндавана, что говорить о служении. И после этого вопрос абсолютного служения.
которая показана Радхарани, и ее группы в Раджа-гопе, он возникает. И это практически невозможно. Но все же возможно, поскольку Шри Чайтанья Махапрабху пришел сюда, чтобы показать нам великолепное чувство Бхагавана Шри Кришны и Радхарани, как служить Кришне абсолютным образом. Поэтому у нас есть великая надежда, поскольку Шри Чайтанья Махапрабху пришел сюда, в этот материальный мир, и он показал нам вот это абсолютное чувство высочайшей божественной любви. Иначе это было бы невозможно для нас понять. И вот Прабхудананда Сарасвати пишет то, что следуя Гауранге Махапрабху, तथा उत्सर्पति हिदियो कस्मान राधा पदाम बुजो सुधाम बुरासी. According to our, и вот в соответствии с нашим осознанием, то, что Шри Чайтанья Махапрабху хотел показать нам, его учение, его лилы, и что Шри Чайтанья Махапрабху хотел показать нам, это открыто. Он, открыто он показывал нам, являл нам санкиртану всем, а скрыто. А очень сокровенные вещи он являл только со своими близкими спутниками. Обычные люди никогда не смогли бы их понять. Они были бы запутаны. Они не могут различать трансцендентную любовь и обычную материальную любовь. И поэтому Гауранга Махапрабху, он все это не открывал на показ, только своим близким спутникам. Те, кто настоящие рупануги, только они могут это все осознать, иначе нет. Гаудия Гоштипати, Шишчила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад Джагадгуру много раз говорил нам, что когда мы следуем Рупи Госвами Паду, Рупи Манджари, и тогда мы сразу, моментально мы можем осознать всю сокровенную суть лил Шри Чайтаньи Махапрабху, то, что он хотел показать нам, тогда, когда мы будем полностью без всяких отклонений следовать Рупи Госвами, то тогда мы поймем все относительно лилы Шри Чайтанья Махапрабху, иначе мы не сможем ничего осознать. Это очень сложная задача. Много раз я хотел рассказать об этом, о чувствах между Шакти Кришны и Радхарани, и все гопи, они все Сваруп Шакти Кришны. Их чувства, они нематериальны. Я много раз говорил, и также в Бхагаватам говорится. Я уже говорил в тот день. Бхагаван Шри Кришна говорит, что если кто-то чувствует влечение ко мне, то тогда это выглядит, что это подобно каме, но это не кама. И нет никакой возможности, что материальная кама может возникнуть
такого вероятности нету, поскольку если какое-то семя, как пшеницы, риса или овса, если его сварить или поджарить как следует, то вероятность того, что оно взойдет, нулевая. И вот материальная кама, прорасти в этом случае вероятности нет. И в Шримад Бхагаватам Махапуране также говорится. Очень важная шлока. Это кама, если мы примем решение наслаждаться камой, все желания, что у нас есть, мы хотим исполнить их, можно... И вот некоторые люди в стремлении к наслаждениям идут на все, но все же после этого такие люди не чувствуют удовлетворения. Пытайтесь понять. Если вам позволить кому-то позволить наслаждаться всем чем угодно, какими-то возвышенными, низменными наслаждениями, то все равно люди не будут довольны, чувство удовлетворения не возникнет. Поэтому можно наблюдать множество случаев суицида в Европе, Америке. Они пытаются наслаждаться, но чувствуют пустоту внутри, не видят никакого смысла жить дальше и совершают самоубийство. Поэтому вот в богатых странах количество самоубийц гораздо больше, чем в бедных. Вот Нишкинчан Баба, она должна быть. Без Нишкинчан Бабы я, мой отец, мой дед, никто не может совершать Кришна Баджан. Это невозможно. И вот надо Кришна Баджан, невозможно, это такой абсолютный баджан. И вот когда мы сможем обрести Нишкинчан Бабу, это будет начало, конечно, под руководством Рупануга преданных. Иначе какие-то люди могут говорить всякую ересь насчет Рагануга и Рупануга Баджана, но что толку от этого? И вот проблема в том, что мало кто хочет понять, когда и как, каким образом мы можем понять расу татву, когда мы почувствуем всем сердцем, но мало кто может ее понять, когда наше сердце осквернено материей. Люди пытаются имитировать Кришну и в итоге падают, неважно, это какие-то гуру или ученики. Прабхуджи Падшила Вамангасвай Махарадж говорил, бесконечно такие люди за бесконечное число времени не смогут понять ничего о Рупануга Баджане. Если они думают, что... То есть такие люди, они путают материальную расу с трансцендентной. И вот таким образом никто не может доказать, что они достигли успеха на пути Рагануга Баджана или Рупануга Баджана. Может, вот во время обратной Радхаятры я могу расскажу что-то о расе Сиддханте. Когда я могу рассказать в деталях, когда есть
когда у нас будет огромное влечение к... Отчего такое огромное влечение к духовному возникает? Может быть, в прошлой жизни, по милости какого-то преданного, у нас появился шанс войти на путь Рагануга Баджана, но мы не смогли, и вот в следующей жизни мы продолжаем чувствовать влечение к этому Рагануга Баджану, и вот я об этом буду говорить в день обратной Ратха-Ятры. И вот когда мы чувствуем влечение к духовности, к какому-то определенному духовному пути, это очень может быть, что с прошлой жизни вы не смогли закончить путь, и все это, и начинаете с того же, где остановились. И вот под руководством Рупануга или Рагануга преданного, если будете всему следовать, он, но все же мы должны идти по пути Витхи-марга, по пути правил и предписаний Вишвана Чакраварти Пад и прочие великие вайшнавы, они говорят так. И вот мне внешне можно найти, что те, кто чувствует влечение к Кришне, они тоже должны следовать пути Витхи-марга внешне. А внутренне они могут постепенно, шаг за шагом, продвигаться по пути Рагануга Баджана под руководством Гуру Вайшнавов. И те, кто... чувствуют, и те, кто... а те, кто только задаются вопросом, кто я. Махарадж на хинди объяснял одну шлоку из Бхагаватам, сколько, шесть дней подряд, три недели, два раза в неделю. И вот. И вот те, кто развивают хотя бы самовопрошение, но если посмотреть на различные общества, то даже этого мало где можно найти. Где можно найти тех, кто по-настоящему задается вопросом, кто я? Я не говорю о каких-то высоких, возвышенных вещах, а даже такого простого, и то мало где можно найти. Что говорить о Рупануга Баджане, о какой-то проповеди, даже такого основы, мало, такой основы Баджана мало где можно встретить. Как можно... Иногда встретить для детей, какие-то авторы пишут простые детские истории на научную тему или еще какую-то. И вот дети читают их, вдохновляются чем-то, пытаются следовать. То есть кто-то может одурачить весь мир, но не может одурачить чистого преданного. Единственное, что мы должны сделать, это следовать пути Шрилы Прабхупады. Если кто-то гневается на меня, то что делать? Но это единственное решение. Мы должны следовать учению Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура. И теми, кто по-настоящему находится в их преемственности, иначе большая проблема возникает. И вот, чтобы понять расататву, я хочу сказать, что мы должны избавиться от материальной концепции, от телесной концепции плоти и крови. И вот до сегодняшнего момента в истории
человечество. Мы не видели никогда, чтобы люди после наслаждения всеми материальными вещами, они чувствовали наслаждение. А как обрести полное удовлетворение? То есть люди наслаждаются и не чувствуют настоящей радости, настоящего удовлетворения материальное. Наслаждение они какое-то наслаждение приносят, но на какое-то короткое время, которое быстро проходит, какие-то последствия дурные возникают, какие-то болезни приходят и прочее. Ну, плохие вещи. И вот если... Вот, например, кто-то заболел раком. Доктора советуют обычно отрезать больной орган. Но перед тем, как будет слишком поздно, моя просьба вам, будьте осторожны с материальными наслаждениями, если вы приходите ко мне, чтобы узнать подлинный путь Рупануга Бхаджана. Это моя просьба всем вам. Пытайтесь освободиться от этой материальной опасности. Вы сами подвергаете себя опасности, никто не ответственен за это. Вы не можете обвинять никого. Кого же обвинять? Ваш беспокойный ум, он тот, кого нужно обвинять, и вот таким образом. Наслаждаться камой можно, но сколько бы ни наслаждаться этой камой, вожделением, то удовлетворение не приходит. И вот когда-то такие люди зададутся вопросом, что толку? Бхагаватам приводится такой пример, если в огонь, как во время яги, в огонь в огонь наливают ги, и огонь только разгорается. Ваше материальное вожделение это материальное вожделение может толкать вас на какие-то большие наслаждения. И это влияние Майя. Майя не хочет, чтобы вы шли в сторону духовности. Майя создает различные ловушки различных форм. Но в тот день, когда вы почувствуете влечение к трансцендентному Камадеву, то все материальные привязанности оставят вас. И поэтому Рупа Госвами Пад сказал вот такие слова. Он хотел дать нам пример. Что в тот день, когда я почувствовал влечение к трансцендентному Камадеву, если кто-то говорит о каких-то материальных наслаждениях, мне противно. Рупа Госвами Пад говорит, в Чайтанья-чаритамрите, в Расамрита-синдху можно найти вот такую шлоку. Это
Маджамани, Сустуни Стиваранча, Муху Бикара Хабати, Карту. This kind of thing can happen. И такая, такое безразличие к материальным наслаждениям может явиться в нашем сердце. И мое желание в том, чтобы вы все пытались достичь этого уровня. Не стремитесь к материальным наслаждениям, иначе я не смогу помочь вам. Я, конечно, буду пытаться, но вы в этом случае не сможете принять мою помощь. Вот Рупа Госвами подговорит, что с того дня, когда я начал чувствовать влечение к лотосным стопам Шри Кришны, и с того момента, если кто-то говорит о материальном вожделении, я чувствую себя, чувствую отвращение. Джадавади мамамано кришна падара винде навараварасад дьяма ранту маси. Навараварасад дьяма не? Это анурага. И вот это называется анурага. Вот это нава. Вот это предыдущая шлока в материальном мире. Same hero, same hero. Нужно видеть, что отношения между мужчиной и женщиной вроде бы одинаковые все время, но то есть они делают друг другу комплименты из-за своей материальной любви. И эта материальная любовь, даже материальная любовь, она каждый день открывает себя как-то по-новому. И вот только даже если материальное каждый раз являет себя как-то по-новому, то что говорить о духовном. И вот Прохлад Махарадж говорит, вот он такой пример приводит, что материальное наслаждение подобное желанию уже пережеванного. Как какая-то собака жрет какую-то сухую кость, эта кость ранит ее небо, оно кровоточит, и эта собака жрет, думает, как вкусно. But all his gum, all gum of that dog, going to cut. Blood coming also. Oh, very nice. This is the condition of this material thing. И в этом такое состояние этого материального наслаждения сейчас. Это зависит от вас. Вы можете оставить это или не оставить. Я уже сказал, Шрила Прабхупад, говорите, если кто-то говорит, что у меня есть что-то, оно висит, если человек не предается какие-то свои корыстные интересы отстаивать, то Шрила Прабхупад не имеет никакой связи с таким человеком. А когда человек полностью предается Гурудеву, то тогда и только тогда мы можем иметь надежду на его духовный прогресс. Прохлад Махарадж говорит таким образом. Вот это предыдущая шлока. Пунаха пунаха чарвита чарванам. И в этом материальном мире, если даже то же самое наслаждение, которым люди наслаждаются каждый день они все же чувствуют какой-то новый вкус. Это называется материальная анурага. Это признак анураги. Если я люблю Шрилу Прабхупаду, то тогда, если буду говорить о Шриле Прабхупаде каждый день, я чувствую, что что-то новое каждый день открывается.
очень прекрасно. И это признак анураги. Любое количество премы, что такое према? Что вы имеете в виду под премой? Према — это любое количество, может быть, любое количество преград возникнуть по дороге, но все равно отношения, они не прерываются из-за этих преград. И это материальный стандарт. И вот что значит према, према. Любое количество препятствий может прийти на наш путь. Любое количество всяких преград, мешающих вещей может быть, но все же оно не нарушит наши связи с Бхагаваном. Это зовется према. Но эти препятствия, они никак не будут влиять на наши отношения, наши чувства к Бхагавану. В ведической культуре очень мало кто следует ведической культуре сейчас. И среди just like a beast. You speak this way, yes. More than beast. More than a beast. A beast cannot come down to such a level which a man can come. Excuse me for this kind of absolute truth. So this is the explanation of... Но обычное общество, оно часто опускается на уровень животных или даже хуже. И вот сейчас я буду говорить о Харапанчаме непосредственно. Сейчас я говорю о предваряющих вещах. Если сразу начать говорить о Харапанчаме, то многие будут сконфужены, поэтому я говорю предваряющие вещи, что такое према, каково научное объяснение премы. Но в трансцендентном мире есть абсолютная према там. Она не осквернена. Эта према настолько чиста, что возможности ее осквернения просто нет. И сварупа этой премы, как я могу ее объяснить? Хладини Шакти, вы знаете, Хладини Шакти. Когда Хладини Шакти можно найти в сгущенной форме, Махараш объясняет, как холодильник работает в связи с сгущенной премой и с этим. Ну, то, что газ, который в холодильнике, он сжимается компрессором и охлаждается в процессе. А когда испаряется, а наоборот, когда охлаждается, нагревается, а когда испаряется,
то охлаждается. И, ну, смысл в том, что некоторые вещи, как газ, например, можно сконденсировать, вот, сжать и сжижать. И вот это Хладини Шакти может быть тоже в такой сжатой, сжиженной форме. Это прямо, и это прямо тоже может быть разделено на различные категории. И когда пойдет тот день, когда вы сможете танцевать с этой прекрасной сокровенной Сиддханты, я думаю, это не столь, не так долго ждать этого дня. И таким образом, это према может быть разделено на несколько категорий в соответствии с настроением, с чувством и с бхавой. Снеха, ман, праной, рак, анурак, бхава, махабхава. Понимаете, о чем я говорю? Каждое слово я должен объяснить, но времени нет, к сожалению, я как-нибудь потом объясню. И вот према может разделена быть на несколько категорий в соответствии с ее интенсивностью, в соответствии с того, насколько мы продвинулись по пути према. И вот сначала, вот я раньше говорил, что мы презираем материальную любовь. Так у нас должно быть полное безразличие к ней. А если у вас нет безразличия к материальным вещам, то тогда вы не сможете получить помощь от меня. Я люблю вас всех и хочу помочь вам. И также я хочу пересечь этот материальный океан, но я могу помочь вам пересечь этот материальный океан, но вы должны иметь должную связь со мной. И вот према может быть разделена на эти категории. Снеха. Это начало. Ман, праной, рага, нурага. Бхава и махабхава. Будьте уверены, что те враджа-гопи, они, у них у всех есть махабхава, в общем. Каждое научное объяснение должно быть. Но в какой-то день вы можете понять, но сначала должны понять эту основу. Каждое слово имеет значение, и те враджа-гопи, в общем, Радхарани, Чандравали, Лалита, Вишака, они, в общем, имеют махабхаву. Но эта махабхава, она может быть разделена на четыре части. И одна руга, а потом атхируга, и третья мадан и мадан. Сейчас мы, может, растеряны, сложно все. И вот руга, атхируга, я попозже объясню в другой день. Очень обширная философия Радха-ятры. Что значит руга? Атхируга, модан, мадан, модан и мадан. Что это все значит? Я как-то объясню это. Но вначале я хочу объяснить, что такое мадан. Это только и только можно найти в Радхаране. И вот мадан, вот это качество мадан можно найти только в Радхаране, ни у Чандравали, ни у кого нету. Качество мадан, оно исключительно
находится в Радхаране. И вот при такое общее объяснение тому, что подобно тому, как Кришна, он источник всех аватар. И также я могу дать вам пример, как Кришна, он источник всех аватар. Не Кришна, Нанда Нандан Шри Кришна. Конкретно Нанда Нандан Кришна, Ешуда Нандан Кришна, он источник всех аватар. И таким образом Радхарани, она может оставить эту Мадан Бхаву для себя, откуда все бесконечные бхавы, они являются в трансцендентном мире. И в материальном мире являются искаженные отражения всех этих многообразных чувств. И поэтому мы чувствуем какое-то вожделение, поскольку оно есть в духовном мире, а здесь из-за его отражения оно проявляется в форме вожделения. И вот Мадан, одним словом, я могу сказать, что это источник всех бесчисленных чувств, бесчисленных бхав. Поскольку в Сичитане Чайтамрите говорится, что те гопи, их мана, их ум, он течет по тысячам направлений, как в Харидваре, в Ришикеше можно найти одну и ту же мандакини, гангу, но она растекается по различным руслам. И также в Чайтанье Чайтамрите говорится, что гопи мана, гопи према, гопи ман может тоже разделиться на тысячи частей. Как это понять? Это не так просто, это не шутки. Те, кто шутит с Рагануга Баджаном, с Рупануга Баджаном, я вижу, как нельзя делать. От них я вижу, что нельзя делать никогда. То есть они своим примером дают пример, как нельзя делать. И вот сейчас я возвращаюсь к тому, что такое Харапанчами. В какой-то книге Харапанчами, где-то Харапанчами, где-то Хеда. Кави Карнапур пишет Харапанчами, как-то так, а Кришнадас Кавирадж Харапанчами. Ну, это произношение как бы на Ари, на Ори, поэтому примерно одинаково. И вот хира значит смотреть, а хура идти. Ну, смысл чем-то похожий, что это значит. И хира панчами день. Это тот день, когда Лакшми Деви очень гневается и выходит из храма, из двараки со всеми своими спутниками. И вот она идет в Сундарачал. Поскольку Джаганнатх он не взял ее с собой. Джаганнатх он не хотел брать Лакшми с собой. В этом главная проблема. И Лакшми Деви, она была уверена, что мой Господь не во Вриндаван пошел точно. Поскольку старший брат его там, Баладев там, и сестра его Субхадра, точнее,
они с ним пошли, поэтому точно не во Вриндаван они пошли, поскольку Вриндаван Лила очень сокровенная, их бы не пустили туда, и он бы их с собой не взял. И вот Лакшмидеви, может, что-то подозревает, но поймать его не может. И вот Брихат Бхагаватамрите говорится о Рукмине. То что-то подобное чувствует, но здесь чувство Лакшмина особое. И Лакшмина гневается, поскольку на колеснице Кришна сидит, сел на колесницу и пошел в Сутарачал. Но наш даршан таков, что Кришна хочет почувствовать вкус Вриндавана. И вот Лакшмина очень разгневалась. И обычно и вот когда какая-то Ну, вот в ведическом обществе принято, что если какая-то женщина или девушка на что-то разозлилась, то нужно пойти в какую-то комнату гнева и выразить все свое недовольство там. Иногда гневается по какой-то позитивной причине, иногда без, по негативной, иногда вообще без причины. В данном случае Лакшми гневалась на то, что Кришна ее с собой не взял и обещал вернуться скоро, но не вернулся. И вот эта Лакшми очень разгневалась, вышла из храма, но Лакшми все наоборот сделала, оделась, украсилась, одела все свои украшения, колесницу очень шикарно украсили, сотню слуг с собой взяла. И вот все она была в золоте, слуги тоже были с золотыми вещами. Кто-то с золотым горшком, кто-то с золотым зонтом, кто-то еще с золотой палкой какой-то. И вот Чайтанья Чаритамрите говорится, в день Радхаятры Бхагаван он отправился в сторону Гундича. В Сундарачал. И вот Махапрабху, он тоже участвовал в Радхаятре, потом отдыхал на полпути примерно, и потом говорится, что Махапрабху опять вернулся в Джаганнатх Мандир Двараку. Хотя Бава — это Дварака Бава, но когда Сичитани Махапрабху смотрит на Кришну Джаганнатха, он видит Радхарани. В этом его особое чувство. И вот Махапрабху вернулся назад в Двараку. И вопрос может возникнуть, почему Махапрабху пришел туда, в эту Двараку. Какова причина, поскольку Хирапанчами различные праздники, настроение Лакшми Деви, он мог видеть там Сундарачала, поскольку Лакшми Деви в итоге туда пошла, чтобы побить слуг Джаганнатха.
И почему Махапрабху вернулся назад? Мог бы там находиться все равно. Они пошли бы как вскоре. Зачем Махапрабху пошел туда? И вот значение таково, что как Махапрабху отправился с Джаганнатхом с колесницы, и таким же образом Махапрабху хотел выразить почтение Лакшми, поскольку Махапрабху он Радхарани по сути, но что толку выражать почтение Лакшми, но все же он это сделал. И вот Махапрабху пошел, чтобы пойти за Лакшми, встретить ее и идти за Лакшми. И тем временем, когда Лакшми Деви вышла из храма Джаганнатха, тем временем Сваруп Госай, Гопинат Хачари, они думали, почему Махапрабху будет там находиться долго. Это время займет, и вот какой-то интервал может быть. И вот Сваруп Госай, он организовал какое-то место, чтобы Махапрабху, Нитянанда, Адвайта Госай, все они сидели в каком-то месте и видели всю эту лилу. Тем временем какое-то время оставалось до прихода Лакшми, и тем временем Махапрабху, шутя, хотел спросить о вот об этом. Вот такие слова здесь написаны. Прабху хотел услышать о сокровенном вкусе расататвы и его улыбающийся, и вот с улыбающимся лицом он спросил Сваруп Госай, и тем временем Сваруп Госай, он был там. Можешь ли ты сказать мне об этом, о сокровенном смысле расататвы? И Сваруп Госай начал говорить об этом. О Вайкунтхе Лакшми Деви, ее чувства Рукмини, Сатьябамы, какое чувство они имеют, о чувстве в Раджа-гопе. И вот все он это рассказал. Но с материальным умом мы не можем это понять. Те, кто сиддха-махатмы, они могут осознать это и получить вкус к этому. Махапрабху, он внутри Гамбхиры вкушал прекрасный вкус этой расататвы. И там был только Рамананда и Сваруп Госай, они обсуждали эту расататву. А если бы это было открыто всем, то мы не могли бы видеть только обнаженную картину этого материального мира. Это очень сокровенное, поэтому Махапрабху находился внутри комнаты, и никто никого не пускали. Лалита и Вишака. Это его спутники с Рамананды, Сваруп Госай. И таким образом Махапрабху хотел показать нам весь путь полностью. Нам не нужно никуда идти. В учении Махапрабху мы можем найти все, что нам нужно делать. Махапрабху, он показывал нам, что естественно и достаточно легко на пути Бхаджана. И Махапрабху спросил Сваруп Госая, и Сваруп Госай начал говорить о прекрасной расататве. И наш Шивас Пандит, он Нарада Муни, у Шивас Пандита была Айшварья Бава, и Шивас Прабху сказал Сварупе, Сварупа ответил. Шивас Пандит сказал, что моя Лакшми настолько богата. Но наш Сваруп Госай сказал, смотрите, во Вриндаване, в одной травинке Вриндавана, если пойти туда, то
вся Айшвария Вайкунтхи, там мы не можем это все сравнить. Пытайтесь понять, переварить это все. И Свабгасай дал ответ. Даже в уголке Вриндавана можно найти больше сокровища, чем на всех Вайкунтхах. Но мы видим, что во Вриндаване какие-то деревья, кустарники, коровы, где богатство. Но мы глупые, мы не можем видеть, поскольку это Айшвария Бхава, она покрыта Мадхурья Бхавой. И поэтому ее не видно, поскольку она под ней находится, под Мадхурья Бхавой. И вот там Айшвария во Вриндаване, несомненно, есть очень много такого богатства, но но особенность Вриндавана в том, что это все покрыто Мадхурья расой. И поэтому Айшвария расы не видно его в соответствии с временем, местом и обстоятельством. Эта Айшвария может явиться и пропасть. И она никак не влияет на Мадхурию. И в этом природа Вриндавана. И вот Айшвария, поэтому в Вриндаване не видна ни родители Кришны, ни его друзья, не чувствуют никакого благоговения перед Кришной, поскольку чувствуют огромную любовь к нему, которая закрывает собой все. И вот он говорит: «О, Шривас, ты думаешь о Вайкунтхе, поскольку ты Нарда, но моя сваруба, она из Вриндавана, и поэтому ты поймешь все». Таким образом они спорили, и тем временем все обнаружили, что Лакшми уже пришла. Пока они все это обсуждали, и таким образом, вот эта Лакшми со мной, что слуг пришла, она очень гневно была, пришла к воротам Гундича Мандира, в Сундарачал. И по указанию Лакшми, все служанки Джаганатха, а ее служанки взяли палки и пошли бить этих слуг Джаганатха Пант. И вот они ловили их, били и кидали к стопам Лакшми, чтобы те извинились. Слуги Джаганатха сказали: «О, Деви, мы совершили ошибку, пожалуйста, прости нас, мы твоего Джаганатха вскоре вернем назад, не бей нас». И вот они попросили прощения. И Махапрабху и Свабгасай, они смеялись, видя эту лилу. Смотрите, что происходит. И после этого они начали бить колесницу. Таладвадж — это колесница Баладева. Макара. А та колесница Джаганатха. А Нандигош. И вот зачем они колесницу били, она деревянная, за что?
И вот, можно так подумать, но это не совсем так. Колесница Джаганатха нематериальна. Колесница Джаганатха, она чинмоя, она трансцендентная, и поэтому Лакшми сказала, чтобы колесницы тоже побили за то, что они везли Джаганатха. За то, что везли, вот решили их наказать. И таким образом колесница Джаганатха, колесница Баладева, особенно колесница Джаганатха, больше всех досталась. И вот много сокровенных вещей. И сейчас мы хотим обсудить очень важную вещь. Я сказал, что гнев, это нельзя его сравнить с материальным гневом. Гнев — это Лакшми. И я уже сказал, чтобы дать вам понять разницу между материальным и гневом и трансцендентным. Можно вспомнить. Я уже дал вам пример, что как между... Вот пример Джагатананды. Джагатананда всегда хотел сделать что-то хорошее для Махапрабху, но Махапрабху не хотел этого принимать. Я уже говорил. И в итоге Джагатананда закрылся в комнате на долгое время, несколько дней не открывал, не выходил. И вот Махапрабху смотрит, уже 2-3 дня не открывает, стучит, говорит: «О, Джагатананда, открывай дверь, не гневайся на меня. Я саньяси, я не могу принять все твое служение, люди будут критиковать меня». Тот ничего не ответил, и Махапрабху сказал: «Я пошел на океан принять омовение, и я вернусь голодный, и хочу принять просад с твоих рук». И когда Махапрабху ушел, тот сразу вышел, говорит, что Махапрабху пошел принять омовение, давайте приготовим что-нибудь для него. Весь его гнев ушел. И вот так много запутанных таких вещей. Мы должны все это понять. И вот... Будьте осторожны, я говорил, есть три вида. Вот это позитивная мана, это позитивная причина, негативная, и третья беспричинная причина. То есть почему он гневается? То есть по позитивному случаю, по негативному и без всякой причины. Вот позитивная Лакшми пришла возмущаться, почему Джаганатх не взял ее с собой. Но позитивное настроение Двараки, Двараки Махиши тоже имеет особое качество, не так, как у Лакшми. И во Вриндаване что говорить? Там нет причины. Все же. И вот сокровенная суть Вриндавана в том, что почему Радхарани гневается, Кришна не может понять. Это нет причины. И вот это из-за огромной любви. Иногда это случается, иногда какая-то вот негативная ситуация, иногда позитивная, иногда просто так, без причины. Но в Двараке, когда кто-то Рукмини или Сатьябама или Джамбавати или еще кто-то, они гневаются, то для нас мы не чувствуем никакого вкуса к этому. Это очень обширная тема, но один пример я могу дать. Нарада однажды взял цветок париджата с небес, пришел в Двараку,
отдал этот уникальный цветок в руки Кришны. Кришна что сделал? Рукмини там была рядом. Он подарил этот цветок Рукмини. И Сатьябхама, когда узнала, что цветок Парижата Кришна отдала Рукмини, она крайне разгневалась, настолько разгневалась, что не хотела ничего говорить даже. И вот пошла в комнату гнева, без еды, без воды, в грязной одежде, повалялась там на полу и гневалась. Кришна узнала об этом, и вот он пошел к ней. Кришна любит Сатьябхаму. Сатьябхама очень умна и очень запутанные отношения. Тут если кто-то чувствует, те могут чувствовать, а кто не могут, те не могут. И вот искусство любви Сатьябхамы настолько высоко среди всех жен Кришны, даже Рукмини не может сравниться с ней. И Кришна хочет получить этот вкус. И поэтому Сатьябхама, когда гневается, то Кришна боится, и вот он пошел к ней, чтобы узнать причину, по которой она гневается. Хорошо, я тебе тоже этот цветок Парижата подарю, прекрати гневаться. Там Рукмини была, я ей отдал. А зачем ты отдал Рукмини, почему не мне? И в этом причина ее гнева. Но с Радхарани такого нельзя найти, или с Гопи. Радхарани, она сидит где-то, Кришна может прийти, но Кришна по пути. Чандравали забрала Кришну по дороге. Радхарани ждет, плачет. И после этого Радхарани очень разгневалась, что не хочет видеть лицо Кришны. Здесь ее гнев другой. Совсем сильно отличается. Там одна причина гнева, потому что ей не подарили цветок, а подарили Рукмини. А здесь Радхарани плачет, потому что Кришна не может получить полной радости, полной ананды, поскольку у Чандравали нет опыта в том, как, что делать для того, чтобы Кришна был доволен, или может что-то сделать, что Кришне совсем неудобно будет Чандравали. Ее снеха, ее любовь, она отличается очень сильно от чувства Радхарани. И здесь Радхарани плачет, потому что зачем ты туда пошел, зачем ты там страдаешь, почему ты не принимаешь служение от меня, пытайтесь понять это настроение. Я не могу потерпеть твои страдания. Как они могут служить тебе должным образом? Они не могут ничего сделать, они не понимают твоего чувства. Ты сам поместил себя в такую сложную ситуацию. Радхарани плачет, потому что ее Кришна, он принимает служение от какой-то Чандравали, которая не может служить как следует. И вот во Вриндаване причина гнева совсем другая, и в Двараке очень сильно отличается от Двараки. И вот чувство Чандравали, так Грита Снеха, Грита значит подобно Ги. Чувство Чандравали, Чандравали тоже любит Кришну, но ее любовь как Грита Снеха, как Ги. И Радхарани, и Лалита Вишака, их любовь подобна меду. Мадуснеха. И какова разница?
И вот эти, хотя Чандравали и другие, их любовь подобна маслу, подобна ги, если можно сравнить ее, эту их любовь с ги, если спросить, кто-то может попробовать это ги ложкой, какой вкус, там будет просто ги, но как бы вкуса особо не будет. Если смешать ги с чем-то, то будет вкусно, гораздо более вкусно, чем просто ги без ничего. Это ги может проявить свой вкус, если оно с чем-то смешано, с рисом, еще с чем-то. А просто ги без ничего вкуса не имеет хорошего. И вот это зовется Грита Снеха. А Радхарани, ее группа, ее любовь Маду Снеха, подобно меду. Мед можно с чем-то мешать или не мешать, и просто мед сам по себе очень прекрасен, очень сладок. А ги, оно само по себе не вкусно. А мед, он вкусен. И вот Кришна всегда хочет получать это служение от Радхарани. И там говорится так в читании Чайтамрити, что единственный мотив всех враджа-гопи и Радхарани, то, как принести Кришне наивысшее удовлетворение, наивысшую радость, в этом их единственная цель. И Кришна также, он находит себя беспомощным, поскольку Кришна не может отплатить им, но одно точно, почему все гопи, они хотят удовлетворить Кришну. И также Кришна хочет сделать все, чтобы гопи были довольны. Это такова их любовь, таково их чувство. Это автоматически происходит. Нет причины, почему. Поскольку они чувствуют спонтанное влечение друг к другу. Я уже говорил в Брахма-самхите такие слова. Все это сварупшакти. Но Рукмини и другие тоже сварупшакти, но разница есть. Я уже говорил, что такое према и чувства. Те Дварака Махиши, они не могут достичь этого уровня, поскольку враджа-гопи они, их любовь может достичь до Снеха Мана Праной, Раги Анураги, Бавы, Махабавы. Но до того уровня Дварака Махиши, те, кто Рукмини, Сатьябама и прочие, не могут достичь. Это невозможно для них. В бесконечных мирах нигде такой бавы нет. Куда бы мы ни пошли, мы нигде не сможем найти такой бавы. Первое, мы не можем понять, что такое бесконечность. И поэтому мы уделим внимание своему маленькому существу. Когда вы поймете, осознаете, что такое бесконечность, то ваше мировоззрение будет другое. Как можно вспомнить, что 45 лет назад американцы Вояджер отправили спутник такой. Он 45 лет уже летит, и все, конца края не видно. Шлют сигналы какие-то. Может, скоро выйдет за пределы досягаемости радиоволн, которые он посылает. Вот если вы что-то делаете неправильно и попадете в этот бесконечный мир, где вас потом искать.
поскольку после того, как вы оставите тело, нет, где вас потом искать? Душа, она уже без тела. Когда душа выйдет из тела, потом уже сложно найти эту душу в этом бесконечном мире. Хотя душа, когда душа в теле находится, еще можно человека найти как-то. Но сварупа внутри этой души, прекрасная сварупа Бхава, она находится внутри, и только она может проявиться, когда мы окажемся во Вриндаване под руководством Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура, и тогда наша сварупа раскроется во всей своей красе. И вот это когда душа выходит из нашего тела, как, например, то потом уже сложно найти ее. В Веданте говорится, как выглядит душа, описывается. И что же это за пример того, как выглядит душа? Говорится, Гуната Лакват, относительно качеств можно сказать только. Это за пределами объяснения, поэтому Веданта дает нам намеки, как душа выглядит и каковы же они. Что атма, она подобна частице света, Гуната Лакват. Подобно частице света, не как частица света, а она подобна частице света. И вот в Веданта Сутре говорится, такой намек дается, но кто может понять, что это, что она подобна частице света. So what you can understand? What you can understand? Whereas in Bhagavatam it is written. И вот в Бхагаватам говорится атма васям идам сарвам. Атма васям идам джагат. Атма васям идам джагат. Все. Весь этот мир, он полон душ, как, где, когда эти души вошли в различные тела, тела растений, людей и всего прочего. Как это творение происходит, как души с помощью дождя попадают на землю, и в форме семян прорастают. И потом человек ест это в форме зерна. И вот Баладавиде Бушин, когда я могу о нем сказать, это много очень сокровенных и сложных вещей. И таким образом, атма, душа, она подобна частице света. Не как, а именно подобна. И поэтому говорится «Наям атма правачинена лабхья». Это шлока из Упанишады. И вот в ней говорится, что слушанием лекции не понять природу души. Если будем говорить о душе, тоже не факт, что мы ее поймем. Единственный путь — это найти такого
саду Парамахамса, саду под чьим руководством, если мы будем служить Ему, обозовем себя полностью в служении Ему, то тогда мы сможем узнать всю мистерию, связанную с душой. В Упанишадах множество вещей, которые я могу обсудить, думаю, в следующий раз. И вот множество вещей описывается в Упанишадах, как Ямарадж отвечал. Ямарадж, он Начикетан, спросил. А Ямараджа Начикетан спросил. Это долгая история, краткая скажу, она связана с этим. Иначе как мы поймем что-то о Пракритарасе. И вот Начикета спросил это отца: «О, отец, ты организовал большую ягью, а когда ты давал пожертвования браманам, дал старых коров, что толку?» И вот Начикета был разочарован и в итоге спросил: «О, отец, И вот если он спросил, а кому он отдаст его в качестве пожертвования, тот сказал, что Ямараджу отдаст, разозлился, сказал, Ямараджу отдал. И вот он пошел к Ямараджу. Ямарадж куда-то по делам на три дня отошел, тут ждал его, пришел, сказал: «Извини, что тут три дня никто тебя не встретил, не напоил, не накормил, я ответственен за это, что никого не было. Чего ты хочешь от меня? Я хочу благословить тебя, поскольку я совершил оскорбление в твой адрес, не принял тебя должным образом, ты мой гость». И вот Ямарадж сказал: «Могу дать тебе три благословения». И вот он спросил, как мне какое-то сокровенное знание у Ямараджа. Он спросил о сокровенной сути огня. Ямарадж был в замешательстве, потом он спросил о передвижении, запутанном передвижении души. Ямарадж сказал: «Зачем такие сложные вопросы задаешь? Проси царство, лошадей, там, богатство, еще чего-нибудь». Ямарадж сказал, что могу дать тебе все, что хочешь, но такие сложные вопросы не буду отвечать, но тот все-таки настаивал, чтобы я просто ответил на его вопросы вместо каких-то материальных благ. В итоге Ямарадж был вынужден дать ему это знание, этому Начикете. И Ямарадж был вынужден открыть это здание, поскольку тот ничего не хотел брать, только вот хотел узнать ответы на эти вопросы относительно огня и всего остального. И какой-то огонь, ну, в общем, он ответил ему о природе огня, что есть огонь, который находится в нашем теле, он переваривает еду и прочие функции выполняет. Если он уйдет из тела, то тело заболеет и умрет. Ну и на прочие вопросы он тоже ответил. И таким образом в Упанишадах находим: Ямарадж благословил Начикету то, что когда в этом мире кто-то совершает ягью,
что имя одного огня будет Начикета. Я благословляю тебя. И вот эти различные огни Яги имеют различные имена Кали, Камали и прочее. И одно из имен Начикета. Один огонь Яги очень важный. И вот он назвал его в честь этого Начикеты, чтобы он благо получал об Атма-Таттве. Он узнал о Ямарадже, поскольку Ямарадж он один из 12 махаджан. И вот чтобы понять, кто мы, чтобы просто понять, кто мы на самом деле. И в тот день, когда вы осознаете, кто вы на самом деле, то тогда вы найдете решение всем своим проблемам. В тот день, когда вы поймете, кто я, зададитесь таким вопросом, кто я, и найдете на него ответ, то вы сможете понять всю мою харикатху. Хотя сейчас может кто-то слушать, но как ее осознать, это большое дело. Но я надеюсь, что это произойдет, вы обретете такое качество. И вот Хирапанчами очень сокровенный праздник, Мана, Лакшми, ее настроение и Махапрабху. Радовался, видя эту лилу, хотя Махапрабху говорит, этот Махапрабху, он дает нам пример. Если мы хотим совершать баджан, как мы можем его совершать? Махапрабху пример приводит. Те, кто хотят пересечь этот материальный мир, материальный океан, перед тем, как мы будем... И вот Махапрабху говорит, перед тем, как запутаться в этом материальном мире, лучше выпить яду. Мы должны быть очень осторожны все время. Любая ошибка может скинуть нас с пути баджана в этот материальный океан. Как я могу спасти вас? Те, кто хотят обрести абсолютное благо на пути баджана, для них строго запрещено смотреть с наслаждением на женщин и богатых людей. Когда это я могу о своем опыте рассказать, но времени мало, но обычно богатые люди, они очень слепы, даже знаю. Но некоторые люди, как богатеют, то относятся с пренебрежением к саду Вишнаву, и в этом большая опасность. Ashato simadan dhasyo daridram paramanjana. I can explain this shloka someday. Эту шлоку я объясню попозже. Что бедность, она имеет свои преимущества. Жить на подаяние тоже, такой стиль жизни, он тоже имеет свои преимущества. Это нельзя сказать, что это проклятие, какие-то преимущества большие есть.
И таким образом мы должны помнить снова и снова. Мы должны слушать Харикатху несколько раз. Одного раза недостаточно. И что еще сказать? So this way actually Hera Panchami so secret Tatva is there. I like to stop here right now. And one kirtan you can do all with me. What is that kirtan? Jaya Jaya Jagannatha Sachidananda. Jaya Jaya Jagannatha Sachiro Nandana Tibhuvane Kare Jaro Charo Nobandana Jaya Jaya Jagannatha Sachiro Nandana Tibhuvane Kare Jaro Charo Nobandana Nilachale Shankho Chakro Gadapadma Dharo Nilachale Shankho Chakro Gadapadma Dharo Nodiyana Gore Dando Komundulo Karo Nodiyana Gore Dando Komundulo Karo Jaya Jaya Jagannatha Sachiro Nandana Tibhuvane Kare Jaro Charano Bandana Keho Bale Purabete Ravana Bodhila Keho Bale Purabete Ravana Bodhila Golokero Vaibhav Lila Ebe Prakashila Golokero Vaibhav Lila Ebe Prakashila Jaya Jaya Jagannatha Sachiro Nandana Tibhuvane Kare Jaro Charano Bandana Siradharo bhave be, Siradharo bhave be, Gora avataro, Siradharo bhave be, Gora avataro, Siradharo bhave be, Gora avataro. Hare Krishna Nam Gaur Karila Pokash Hare Krishna Nam Gaur Karila Pokash Vasudeva Bhosho Bale Kori Joro Hato Vasudeva Bhosho Bale Kori Joro Hato Jai Gaur, Sei Krishna, Sei Jagannatha. Jai Gaur, Sei Krishna, Sei Jagannatha. Jaya Jaya Jagannatha, Sachiro Nandana, Tibhuvane Kare Jaro, Charano Bandana. Meaning, someday I can speak, today, impossible. So, Vāñcha Kalpatarvasya Kipāsindhu Vyavacha Patitānaṁ Pāvanabhyo Vaiṣṇavabhyo Namo. You should remember, Mahāprabhu, I mean, Rāja going to speak, sing this song. Tava kathāmṛtam tapta jīvanam kavivīḍitam kalmasāpaham simadātatam Kalmasapaham bhubiginanti te bhuridayana. Kalmasapaham, you know, Bengali kid,
Actually, we have to arrange separate time, because this kind of vast, you know, impossible. Totally separate time. But when time can, I can permit, no time. So you should sing with me, you know, this, you know, this song. What is that song I speak? Huh? No, that last, what I sing? You can sing. Tava kathamritam tapta jivanam kubi bidiritam kalmasapaham bhubiginantite sovanamangalam simadatatam bhubiginantite bhuridhayana vanchakalpatrushka.